я тут пошел с этим телефоном с собой. Там 30 бутылок водят. Подпишу. Нормально? Идти мне надо. 19 мая. Вот. Рыжик бежал на набережную, представляете, я удивился. Не дождался меня, вот взял ошейник. Иду за ним. Ну и набережную поснимаю там, что там. Да как. Второй день в доме интернет делают. 3 часа нету интернета. А для меня это вообще, интернета нету, это все для меня капец полный. Сегодня приехали опять, интернета сейчас нету, делают, меняют там что-то все. Посоветуйте меня, что делать, если вот так вот Рыжик убегает без меня на набережную. Что мне делать? Ведь там тоже могут его забрать, как черныша. А что у него есть ошейник? Да ну что это ошейник? Если черныша знают, значит и Рыжик знает, могут напакостить. Ну а что, вот смотрю я вдаль по набережной, люди ходят, гуляют, на лавочках сидят люди. Как бы все нормально здесь. Люди едут потихонечку. Самолетики продлили до 25 мая запрет. Мне так нравится, как яхты плавают вообще. Что-то крутится, разворачивается. Ну что ж такое, а? Видите, какое небо. Ветер дует. Обещали вообще штормовое предупреждение вчера. Вот этот парус, может, туда и пошел, на ту сторону причалить, хотя какая разница, та сторона или это. Аренда телефона есть. Ну что, вон рыбаки стоят издалека, вижу. Время еще рано, они уже 20 минут первого, они уже рыбачат. Так и никто не ответил из вас. Вы что, не слышите меня? Третий раз говорю, это из Лазаревского морской волк или нет? Просто перекрасили снизу. Был он коричневый, по-моему. Никто не ответил. Такое ощущение, как будто меня вообще не слушают, а просто колокол выключает и бродит со мной. По Ялте. Вот такой же у него этот был мостик. Швартовался он. Нет никого, я бы сейчас сам спросил бы. Ну, парень. Рассказал мне сейчас. Да, говорит, он в Лазаревском раньше был. Ну, почему-то он говорит, вот его 6 лет уже нету в Лазаревском. Как 6 лет? Садлер он приехал на нем. В аренду сдают. Не так прогулки, как в Лазаревском, а в аренду там день рождения справить там или еще что-нибудь. Рыжик, тебе не стыдно без меня уходить? Рыжик, иди. Это вот такая у вас камера, да? Да, сидим с рыбаком, разговариваем. И Рыжик мне это в спину тычется. Ну, хватит, Рыжик. Вода была вчера до 15 доходила, сказали, мерили. А сегодня 8 градусов.
А как вы говорите, низовье... Низовка. Низовка холодную воду пригнала, да? Ну, это перевернула. Ну, вчера прохладно было, да. Еще и течением пригнало, получается. Северо-запад, холодное течение. Угу. Ты нашел барбосика, рыжик? Рыжик, Тянчик, ты нашел барбосика, нет? Спрашиваю его у вас. Это мне объяснял мужик, вот эта речка, что водопадная. Ага. И вот образует вот эту низовку, как она, вот, от, вот тучи вот эти, и завихрение идет. А здесь же вот буквально, как это, глубина сразу, глубокое море. Ага. И вот от этого завихрения получается, и... Низовка это образуется, да? Вот вроде не такая волна, вот она аж шипит, вот идет. И вот переворачиваете. Мужчина в Васильевке живет, говорит, там, ну, около озера, ролики мои смотрит, говорит, как рыбачил я на озере. Как с рыжик. А где твой рыжик, говорит? А где твой рыжик, говорит, рыжик? Он про тебя знает, представляешь? Молодец. Эх ты, мой рыжик. Хорошо, что ты нашелся так быстро. Сам, ну, сам меня нашел. Ведь я сижу спокойненько тут. Не шумлю, а нашел. Нашел ты меня. Ты нашел меня, рыжик. Просто замечательный пес. Дельфина не было сегодня? Нет. Ну, придет, ну, значит, попозже. Вчера задолбал, один вот это. Как он надоел. Ну да, он рыбу шугает, и вот косяк подходит, он прошел, шуганул, все, жди, опять косяк. Так-то дельфинчик... Ну, большинство одинокое вот это. Он один постоянно что-то носится здесь, странно. Ну это, вот в субботу было штук 10. Да? Прямо вот здесь, да? Да, вот они вот прям. У ног, да, тут? А маленький такой дельфинчик. Ну, это этот, азовка. Это с азовка. Рыжик, упаду я сейчас. Эйфолиры те побольше. Ух, что за тянуло. Че увидел? А что ты будешь с этой делать? Ну-ка, вон, на, поводок. Что с поводком будешь делать? В море выбросишь? Ты любишь поводки, нет? Мне не трогают. Нормально относится к поводку. Что, сейчас поедем мы с тобой домой. Грудку курицы надо купить нам с тобой на рыбалку. И придем к вечеру сюда рыбачить, рыжик. Так нечестно. Люди рыбачат, а мне нельзя. Тоже приду. Я тоже приду рыбачить, короче. Приходите. Ну. Два утенка плавают, рыжик. Так смотри внимательно на них. Смотрите, уточки какие. Хлебушка у нас нет. Собака смотрит за утками. Охраняет. Вон, смотрите, третий. Вот меньше ладошки. Вон к ним ребенок их есть. Видите, нет? Я в шоке. Вот, видите, какой маленький. Сейчас. Состоится в 14 часов 15 минут на комфортабельном теплоходе «Эол». Увлекательная морская прогулка и экскурсия. Билеты в кассе номер один. Касса находится... Рыжик воду пьет. Иди прям по реке здесь.
более спокойно. Они про штормовое предупреждение говорили. Ем-пожалуйста. Залило весь, короче, башмак. Ляха-муха. Засмотрелся он туда. На камушки свои любимые. Ё-пара-сута. А чё, вода чистая. Рыжик на песочке валяется. Дети голубей кормят. Пожалуйста, не трогай, не надо. Кораблики ходят, все путем. Пойдем на остановку, Рыжик. В горах там дождь шпарит вообще. Я неправильно говорил. Я говорил, гора Учкош. Нет, там не гора Учкош, а ущелье Учкош. И там вот как-то три горы сходятся. Он как-то сказал, как и называются эти три горы. Слияние гор или как-то... Он сам с Васильевки. Сам с Белоруссии, с 87-го года здесь живет. Так, смотрим температурушку. Двадцать четыре. Без одной минуты два. 24 градуса. Что-то лишканули. Лишканули. На день Победы было сильно жарко, и то 25 было. Шли за удочками, Рыжик. Вообще-то не знаю. Дождь продолжает моросить, ветерок, то ли... разгонит тучи, то ли наоборот пригонит тучи. Это вилами на воде писано, что мы пойдем рыбачить. Рыжик. Дерево и сказки. Дерево и сказки. Пойдем, Рыжа. Пойдем. Улица Кирова. Ждем троллейбус. Капуста у нас 56. Картошка 68, вот такая. Есть такая 109. Лук 42. Морковка 46. Чищенная 52. Свекла 46. Яблоки дорогие 148. 114. Бананы. Бананы, 129. Не помню, когда бананы ел.
вообще не помню. Это что у нас? Что-то неплохие, походу. По 99 стоили 129. Эти стоили 104, сейчас 91. Тоже не помню, когда я... Груш вообще жесть. 289, 249, 289, короче. Помидоры 179, 239, 259, такие, знаете, бордовые такие. Что вам еще показать? Вода, удивляюсь, вода почему так дорого. Даже вот простая вода без газа, просто артезианская, да? Сейчас я вам скажу, сколько стоит она. Крымская просто вода там. Ну, короче, на полтинник. Яички 75. 12.05.22 SO. 76. Ну, немножко подешевели. Были 109, там что-то 95, 92. На одну агрокомплекс взял. Она 119, набор для супа, короче. Это килограмм, не упаковка. И ряба. Ряба 139, но сейчас скидки. Ну и для рыбалки сейчас отрежут. Тут надо для рыбалки грамм 5. На одну курочку, ну в смысле, на крючок насадил, можно... 5 рыбок поймать. Ну, что вам еще показать, господа? Что? Говорите. Подсолнечное масло 203, 224, 199. Ну, это, давайте, обычное. Здесь 800 грамм в этой бутылке 99. 800. Коммерческие ходы. Маркетинг-ход. Это вот 149. Ну, тут то же самое, вот Каролина 118, 134, Ставрополье какой-то. А где же эти, которые постоянно мы берем? А вот она, благо, 139. Ну, сахар, честный выбор, 74, а такой простой сахар 71. Меня, знаете, что удивляет? Почему мыло такое дорогое? Почему дорогое мыло? Не знаю, как у вас, но у нас просто жесть. Один кусок 42 рубля. Один кусок 42 рубля. Это самое дешевое, вот детское. Я всегда беру детское. Думаю, наглости у них, наверное, не хватит, чтобы там замутить в детском мыле какую-нибудь шнягу. Поэтому всегда все беру детское. Детскую пасту, детское мыло. Детские памперсы тоже беру себе. Ну, меня же называют там дедушка. А у дедушки должны быть памперсы. Ладно, идем на кассу. Рыжик, ты узнаешь этого типка? Где ты такого увидел уже? А? Что скажешь? Чьи-то собаки уже в Ялте шкуру трут. Это уже год сидит у пуда. С ошейником, главное. Смотришь на других собак и думаешь, какой же у нас рыжик, все же красавчик. Вот из дома уходил, Мурка сидела, а вот сейчас уже нету ее. Всем пока. Всем здоровья. Здоровья. Рыбалка, наверное, не получится.
гром гремит, дождь моросит, все потемнело. Все потемнело в Ялте. Такого дома такие цветочки растут.